Нам открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! Недавно Хрюша проводил для наших зрителей конкурс рисунка в Инстаграме. Ой, участников было столько! Да. Столько! Мы думали, что никогда не выберем победителя. Да, но все-таки мы сделали это. Итак, друзья, встречайте, у нас в гостях Варвара Гулидова, конкурсантка, чей рисунок, между прочим, стал лучшим. Победительница! Доброе утро, Антон. Привет, Хрюша. Привет, привет, Варвара. Ой, ты с собой рисунок принесла. Позволь, вот. Я ребятам покажу. Друзья, посмотрите, какой здесь красивый Хрюша. Да, я на нем неотразимый. Хрюша, смотри, какая классная полка за твоей спиной. Тут я вижу поросенок, есть книжки. Да-да-да, игрушки разные. Еще мячик есть. И телевизор. Да, «Спокойной ночи» написано. Наша вечерняя программа. Такой яркий рисунок. Молодец. Выиграла не зря. Есть у тебя талант к этому. Вот. И поэтому мы дарим тебе вот эту коробочку с бантом. Да, а не пустая коробочка. А в ней игровой набор. Пожалуйста. Большое спасибо. Играй на здоровье. Варь, ну ты уже получила от Хрюши целых два подарка. Во-первых, личное знакомство. Чем не подарок, да? А второй – это игровой набор. Хочешь еще один подарок? Конечно, хочу. Отлично. Но чтобы его получить, нужно принять участие еще в одном конкурсе. Он называется «Рисунок из шляпы». Внимание, волшебный хрюк. Вот. В шляпе лежат записки с разными словами. Варвара будет по очереди их доставать, читать и рисовать. Чем больше слов Антон отгадает по вареным рисункам, тем лучше. А сколько времени ты дашь? Записок там очень много. Так, ну сколько времени? Наверное, минут 40. Минуту? Как я даю минуту, и она уже началась. Хорошо, хорошо. Как она быстро принялась за дело. Да. Так. Флаг. Да, ура! Так, один ответ есть. Не подсматриваю, не подсматриваю. Да. А время-то идет. Ускоряемся. Чемодан. Дом. 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 Так, ну-ка, ну-ка. Пока у меня получается. И у Вари тоже. Да-да-да. Кругляшочек, еще кругляшочек. Догадывайся. Я догадываюсь. Это кот или кошка? Антон, как ты быстро все отгадываешь? Так, снова кругляшочек. Ой, это же солнышко! Правильный ответ! Да! 10, 9! Еще успеем! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Ножницы! Молодец! Да! На последних секундах Варвара и Антон вырывают победу! Отличный результат! О! Пусть этот поросеночек приносит тебе удачу и напоминает обо мне. Какой красивый! Варь, спасибо, что пришла к нам в гости. Порадовала нас своей улыбкой, хорошим настроением и мастерством быстро рисовать. Да, а мне было очень приятно с тобой познакомиться. Спасибо вам большое, мне тоже. Почаще заглядывай в мой Инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Я еще какой-нибудь конкурс придумаю. Хорошо. Ну, а вы живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал «Карусель». Не переключайтесь. С добрым утром, малыши!